продолжить. Ну давай посмотрим, где мак. А, надо загрузить. Я уже вручную надо загрузить. God of War. Хорошая война. Так, вот это, я как понимаю, это волки, которые за луной гоняются и за солнцем. Скатти и кто-то там, по-моему, так. Не понял эту мифологию. Но помню, что она скандинавская. Кстати, кто он там? Книга есть. Замок Белого Волка. Там несколько книг есть. Замок Белого Волка и тому подобное. И вот там замешана эта мифология. Так, ну-ка, подожди. Загрузить. Нет, мне не надо вот вручную то, что загрузил. Вот. Остальное все автосохранение. Давай. Вот так, улучшая оружие Кратоса и Алтрея, вы повышаете его эффективность и получаете возможность приобрести новые навыки. Так это я знаю, я к этому стремлюсь. Так. Ну. Все-таки здесь, да? Подожди, 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 давай, фокусируйся. Сейчас, сейчас нормализуется. Это ты куда так? Надеюсь, не по мне. Нет, не по мне. Опа, опа. Так, ладно. Так. Ну а для тех, кто хочет помочь мне, я собираю средства на видеокарту, да. Вот. Ссылка внизу в описании, куда можно перечислить. Там Kiwi кошелек. Ну и другой там увидите. Вот. Буду рад даже рублю. Даже если рубль. Буду рад. Давай, иди сюда. Давай. На. На. Бам. Вот так. Всех захреначил. Так. А чё мы хотим? А, нам туда, да? Подожди. Мы кое-что не сделали одно. Причем очень важное. Перед тем, как туда идти. Давай, давай. Эй, ко мне. Это я говорю, что ли? Что, собака? Так, ну а здесь 140... Подожди. Карта. Так, цели. Причальте у моста. Ага, осмотрите священную статую. Так, отменные деревья. Отмеченные деревья. Так, выполнено. Больше, чем миф. Уходя, великан оставили. Так, святилище нет. Да какое? Все за борт, нет. Падение молота. Мы встретили дух, который при жизни был предан. Так, Тора после смерти обратился к своего рода. Так. Это вот сейчас, да, мы? Так, огонь Жаронь привлек не только врагов, но и не так, которые хотят, чтобы мы выполнили их просьбы. Нет. Мы нашли обломок диска, покрытый странными рунами. Нет. Так. Вот. Это я сейчас на нее, да, смотрю? Так, мы сюда зачем поднимались? Бились и сражались. Так. Ага.
Видимо, я вышел, и это не сохранилось. Либо... А ну так заново. Сынок, подожди. Мне стало тут жутко интересно вот это. Ага, а нет, смотрите, кому это взяли. Интересно знать, это что, третье святилище какое-то? Ну-ка еще раз посмотрим. Ага. Так, освободите так, сбежав драконьего гнева. Так, ну в первую очередь мне надо руну посмотреть. Враги. Есть еще одна руна, которую надо разбить. Что делаем? Только где вот она находится? Так. Где? Где-то на вершине? Где ты можешь находиться? Ну, блин. Я сомневаюсь, что это сложно. Она где-то рядышком должна находиться. Они не могут далеко находиться от нее. Хоп. Смотрим. Нет, ничего такого я не вижу. Ой, сколько времени можно уйти, может уйти на поиски. На. Да нет, не так. Сейчас, вот увидите. На! Получай! Так. И рядом. Я здесь. Чувствую я тебя. Блин, мне кажется, где-то там оно, наверное, будет. Букву военную только в одном видел, в краю. Пойдем посмотрим. Нам сюда. Вон там я видел букву М. Вот здесь вот. На. Так, где еще есть? Так, там были вороны. Вот здесь ворон был. Такое чувство, что он где-то... Да не мог он так далеко от сундука находиться. Бежим. Мало ли, вдруг сейчас огнем плеваться будет. И тогда мы с тобой не успеем. Хоп. Эй, хоп. Сюда.
Блин, все, что собирал, все исчезает, нахуй, что ли. Там. Сына бы не прибило. Где еще есть? Кого ты целишься? Тут никого нету. Пойдем вниз, я даже не знаю. Хоп. Вот и все. Так, здесь сейчас просмотрим еще разок. Ой, даже не знаю, где-то третий-то может быть. Так. Ну, я должен тебя видеть. Нет, вот здесь вот ты можешь спрятаться, кстати. За камнями. Ух ты! На. Нет. Блин, блински. Что-нибудь есть такое отсвечивающее? Ничего не вижу. Никаких намеков. Так, ладно. Куда еще тут можно? Давай. Девяносто девять метров. Смотрим. Алтарь надо, да, разбить, значит? А, кстати, я даже, может быть, даже знаю, где он может быть. Так.
Идем, идем. Что-то я не понял. А почему? Мы уж поняли, что ты такой подключен. Так. Со мной открыли. Вот сюда. Оп. Давай сюда. Так, они были простыми разбойниками, но потом их испортила магия Сейдер. Когда и почему это случилось? Разбойники Сейдер умеют залечивать раны. Атаковать одного из них лучше, добить его побыстрее. Понятно, но это... Интересно, могут ли драконы быть благодарны? Давай. Ладно. Маску давай одевай. Или что это? Нас. Только не ешь нас. Сын, только не ешь меня. Приготовься. Ты свободен. Пожалуйста. Так, выполнили. Редкий предмет чары. Бег в течение 3 секунд позволяет получить ауру не... укрутимости, не позволяющий противнику прерывать атаки. Хорошо. Так. Давай теперь-то уже без проблем можем осмотреться, что здесь у нас есть. Ну-ка. Мама рассказывала мне сказку про Отра. Он был гномом и умел превращаться в выдру. Но тот самый Отр... Как же он стал драконом? Я бы спросил отца, но ему это не интересно, когда у меня столько вопросов и некому их задать. Я особенно скучаю по маме. Ну да. Тут уж бесспорно. Что тут есть? Не знаю. Так, ладно. На. Зарубил.
Так. Глаза и уши бога. Ага, ворона, что ли, убил-то. Так. Теперь, чтоб ты туда забрался. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты ищи, сынок. Ищи третью штуку. Чтоб мне сюда по 10 раз не возвращаться. Что вот здесь может быть такого? Стой. Все. Это была третья печать. Блин. Я сам нашел. Блин, бесполезный кусок. Сынок. Бесполезный кусок. Кровь не ударила в висок. Вот такой хренорэп такой. Я взял. Показывай. Рок. Блин, он у меня только еще два, да? Ладно, я знаю, куда нам надо идти. Перед тем, как мы отсюда уйдем. Давай сюда. Так. А. А так я без этого отгадал. Хренакнул и все. Вот тебе и весь сказ. Так. Вот сейчас будем смотреть, что у нас внизу находится. Если чего, готовься, сынок. Будешь хреначить этих иродов. Сын, сюда. Слушаюсь. Давай быстрее. Или колготками. Ну, тебя ждать, что ли? Король гном заставлял подданных охотиться на драконов и других. Мы решили приманить зверя раненой ланью. А, мы это мы читали в прошлом. Чудовищ? Ну и ну. Так, ладно. На! На! Топор не годится? Блин, подожди. На! Давай, конечно, мой шанс. Что там, что я его упущу, что ли? Ты второй развеялся. Тебе многому надо учиться. Так, тут у нас что, просто завал? Сук на три у тебя? Так. Берем. Это так, мелочи. Меня больше интересуют ворота. Открываем. Ага. Отец, тебе надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, но нельзя держать живое существо в клетке. Хм. Снова думаешь сердцем. А ты не слушай. И приготовься. Ладно. Так. Подождите. Гефандиале. Так, понятно. Жизнь на прокачку. Что еще здесь у меня есть?
Блин, а среди колонн, мне кажется, он порушит их, еще ими же будет драться. Надо посмотреть, чтобы тут дополнительно никого не было. Так, это закрыто. Ну давай. Смотри сюда. Сложно будет. Будет сложно. Так. И на него-то ничего не обрушит, да? Осторожней.
тихо-тихо-тихо. Отец, берегись! Давай. На, по рогам-то тебе. Берегись, отец! Отвлеки его. На, папа! Вали его, козла! Он причинил нам много зла. Вот так хрустит орешек. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Атрей. Так, спасибо, редкий предмет талисман. Так, в Эйтуру мы нашли клетку, в которой сидел Дейди. Комар, король гномов, как-то ухитрился его изловить. Интересно, зачем он посадил его в клетку? Мы могли бы оставить его гнить дальше, но это было бы слишком жестоко даже для тролля. Ну-ка, броня, подождите. Так, это что у меня? Сокрушительная атака, наносящая урон от оглушения, отбрасывающая соседних врагов, ускорение восстановления талисмана. Так, это что у меня? Удача минус 17. Защита 2. Да вы что, сдурели, что ли? Идите, выходной, это каникулы. Так. Это что? Все? Я молодец. Так, оттуда я пришел. Сюда должен уйти. Так. Оп, оп. Еще немножко. Еще самую малость. Понятненько. А ты чё, куда ты? Я не понял, зачем нам этот тролль-то нужен был первоначально-то? А, вот как это действует. Ну давай, возьмем. Что-то мощное должно здесь быть. Не зря мы сюда так рвались. Так, слабая ироническая атака, брошенный могучей рукой топор, пробивает насквозь всех противников, оказавшись на его пути. Так. Два к оглушению. Даже не знаю. Так. Ну ладно. Я прям чувствую, да, где-то прокачался так. Сила. Так, удача 25, так, живучесть 3. Щит страж. Нет, меня не это прощает. Рунный призыв. А у меня пока нету, да, здесь? Улучшение топора 3. О, подожди, а у меня улучшение топора 3 было.
Сила, так, уровень 3. Но. Так. Так, минус 8. Минус 8. Пока нет достойных, да? Путь к горе, награды, так, ресурс. Ну, я не понимаю в ресурсах, что мне там надо, но зато да, какие навыки. Так. Что-то я не понимаю, мне топор надо прокачать и где-то еще как-то. Ладно. Так. Пойдем сюда. Оп. Смотрим, подожди. Не спеши ты так радоваться. Ух, наконец-то свежий воздух. Стоп. Не гони лошадей, малой. Вот теперь слазим. Сначала всегда осматривайся. Связали все-таки, да? Что, можно плыть? Что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Думай. Так, тут правил злой король-гном. Он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом... А потом я не знаю. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме. Не получилось. Все, так я оставил, да? Блин, да нет, там не надо. Так, падение молота, так, разбейте, так. Вот так, все, поставили мед. Потом вернуться надо будет. Что это, ай-яй-яй-яй. Что это, что, пойди угадай. А это что? Здесь высадится. Ну вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Так, метки компаса. Если компас стал золотым, значит цель где-то близко. Отец, ты ранен!
На. Вау! Блин, я даже не заметил второго-то. Сейчас попробуем. Попробуем еще. На. Блин, так все хорошо начиналось, и так хреново закончилось, блин. Почти. Сынок, ну ты... Надо было бахнуть тебе еще разок его. Снова Траугры? Да. Блин. Да подожди, ты не бросай меня. Самому мне охота, чё жду? Я уверен, что я могу его загасить. Вау, я его в воду сбросил. Вот так вот тоже можно. Где второй? Где ты? Стоп. Ладно. Ну, я тебя слышу. Знаю это. На. Это сам. Так, пойдем, пойдем. Снова Траугры. Да где он? Остался один. О, так-то нормально его гасить. Эй! Отец, вставай! Блин. У меня просто одно разочарование. Ну так-то ни хрена, мощная хрень. Драуга эти. Соберись. Он быстрее меня в этом плане. Давай. Нет, ни хрена не так. Отец, нет! Хотя начало было именно так. Надо быть чуть-чуть шустрее. Побольше уклонов. Вот этот быстрый, тот неповоротливый.
Давай, иди сюда. На. Ну ты дебилушка. На. Вот так. На. Так. Бля, да как ты с разворота-то так меня увидел-то? Ладно, пойдем, тебя будем топить, попробовать. Все-таки легче будет. На! А тихо ты! На! Бля, а как я тебя первый раз утопил? Так, вот блин, как я на вас застрял-то? Вот так. Назад! Подожди. На! На! Тоже утопил. Все. Как-то так, девчули. Подожди. А, я тут все разгромил. Так. Как он думал, что это как громится вообще? Вау, там еще что-то есть. Соберем потом. Так. Опа. Сундучок. А где-то что-то еще есть. Блин. Ну-ка садись. Получено все-таки, да?
Или как-то можно... Как-то можно сюда пролезть? А мне так ножки подруби ему, да и все. Куда еще тут можно вдарить-то? Так. Где-то здесь. Минутку. Вот так. Низвергнуть Бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Потому что я же сам Бог. Почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Из зеленого камня. Все, сваливаем отсюда. Здесь мы вроде как все сделали. Уходим. Пошли. Так. Ничего нового здесь нет? Нет. Пойдем. А вам напоминаю, что я собираю деньги на новую видеокарту. Да, моя, к сожалению, устарела. А финансы мне ее сразу купить не позволяют. Поэтому любой желающий, кто хочет помочь, прошу, ссылка в описании на кошелек, там две-три ссылки на Kiwi кошелек и еще там второй кошелек, это то ли Яндекс, то ли кошелек. Вот, буду собирать, чтобы мог прокачаться и, как сказать, уже более другие некоторые игры, чтобы... Даже если чтоб старый, но чтоб без заминок уже шло. Это все равно западают. А вот такие массивные игры, то да, они будут тормозить либо хреново, либо вообще не пойдут. Вот. Потому что игры не стоят на месте, они продвигаются. А я в счету того, что не могу все деньги тратить за раз, так как у меня семья, поэтому мне не хватает с моим заработком. Да. А здесь я был. И здесь я все взял. Вот огонек, огонек горит. Огонек, огонек. Светит огонек. Пойдем, сынок. Давай, 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 двигайся своими булками. Так. Чего изволите? Давай. Сравнить. Ну, защита зато 4. Удача. Я удача даже не знаю, что это. Сокрушение, атака, наносящая урон. Так, подожди, вот это что у меня будет? Золотой талисман.
защиты. Что-то я понять не могу. Я что? Я же, если улучшил-то... Ну-ка, я не понимаю. Ладно, сейчас. Купить. Продать. Подожди, у меня сейчас что идет? Рукоять для топора. Сравнить. Так, у меня изогнутая рукоять. Так, руны минус 8, зато восстановление. На боевая рукоять. Так, ну-ка давай-ка выйдем, я что-то маленько. Ну что? Потерялся. Хочешь получить? Так, это что у меня? Минус 8, но зато восстановление плюс 2. Это который сейчас стоит. Нет. Тип улучшено. У меня сейчас броня стоит, чё? Наплечник обета смерти. Сила, защита, удача. Чить от меня крупицу мудрости. Так. Минус 3 на восстановление. Для этого нужно только рубленое серебро. Ну давай попробуем. Себя, так. Броня для рук. Сила минус 10. Нет. Броня для бедер. Выбирай, пацан. Так, прицельный выстрел, увеличение урона врагам, находящихся в воздухе. Андрей иногда находит камни здоровья при ранении Кратоса. Охренеть, давай вот это. Вот теперь ты готов к бою. Это мы потом посмотрим. Опять вы. А я не могу прокачать, да, вот так вот просто. Так, наплечники, удача, восстановление, но зато здесь. Ну давай посмотрим. Теперь иди. И что у меня там еще есть? Рукоять для топора. О. Теперь топор в полнейшем порядке. Талисман. Я бы еще на первом уровне как-то. Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу.
Нет, ты часом не сталкивался хороший... с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Значит, ты его знал. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Так. Ньоки почти все раскусил. Так, подожди, давай топор, посмотрим. Так, броня. Так, восстановление 3. Удача 5. Руны 3. О! Конечно, это. А, подожди. Так. У меня сейчас что стоит? Придушенный артем получает увеличенный урон. Короче, пипец, тут надо разбираться во всем. Талисман. Как-то можно все вот это в кучу сплавить, чтоб он это... чтобы это все продать или переплавить как-то. Такое вообще реально? Так, ладно. За кого? За отца мы там отомстили. Статую мы разломали. Видимо, ни хрена. Ну давай. Вот видите. Вот. Вот для чего нужна мне видеокарта, блин. Да, это кошмар. Плыви. Потому что игрушки все тяжелее и тяжелее. Да. А до безумия я еще не дорос, это чтобы все. Это на водяное колесо, то есть подводное колесо. Ты что, засмеялся? Нет. Точно нет? Точно. Точно. Я не смеюсь. Да я знаю. Ну, блин. Давай. Да нам бояться здесь некого. Папка уже всех порешил. Опа! Эй, вы уничтожили статую? Мы разрушили статую дух. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Эй, растение забери. Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет, гномом может быть. Так, отдайте подношение Тору Броку или Синдри. Так, что-то не... Так, мама называла Тёрда одним из самых любимых и почитаемых богов. Смертные со всего света совершали паломничество к его храму, чтобы принести ему подношение. Среди духов, которые мы встретили на озере Девяти, оказалось немало почитателей этого бога закона и героизма. Думаю, Брок и его брат смогут сделать из них подношений что-нибудь полезное, например, броню. Да я-то не против. Так, ну я все еще не могу, да, вот это. Падла, ты же мне сказал. Где храм?
Скотина. Он мне что-то дал, чтобы я мог поднести это, да? Тут еще вода должна уйти. Видите, цепь уйдет, водное колесо, вся херня. Будет много всякой штуки тут. Вот это я так не пойму, для чего оно. Какое-то святилище, не знаю. Так. Зажгите жаровни. Так, подожди. Мир огня, мы нашли обломок диска. Так, оно-то понятно. Статуя разрушена. А, выполненные просьбы. Вот это вот надо. Пошли. Я кое-что придумал. Так. Где-то тут что-то есть. И мы скоро к нему прибудем. Смотри, с какой скоростью мы плывем, нахуй. Банька-то еще в силе. Так. Озеро 9. Тихо. Вот так. Куда тут можно? Ой. Причалим здесь? Давай. Так, это что у нас такое? А, немножко не туда. Ну, ну и ладно. Ну и ничего страшного. Посмотрим, что такое тут. Давай, давай. Опа. Давай, давай, собирай. На. Так, смотрим. Давайте на улице посмотрим сначала. Что-нибудь привлекательное есть вот такое? Нету. За лодкой нету ничего, один проход. Давай смотрим, что тогда ты нам несешь. Сына, не отставай. Сын. А он вперед как приманку, что ли? Опа. Забираем. Так. Читай. Стой, сейчас прочту. Ну? Впереди лежит Велундирские рудники. Это великое предприятие стало возможным благодаря Андвари, искусному сыну Ивальди, сумевшему подчинить своей воле саму толщу гор. До сих пор гномы рудокопы более всего на свете боялись случайной встречи с древними, но гений Андвари
превратил этих грозных врагов в послушных орудия нашего праведного труда. Здесь началась новая эпоха гномов, не простых горняков, но истинных повелителей железа, кующих само будущее. Так, а почему я читаю? А почему не ты читаешь? Или тебе лень? Рыба. Опа. Да нет, подожди. Вот так. 16 рублей на серебро. Господи, прямо обогатился. Все. Теперь я могу позволить себе все, что угодно. На эти 16 кусочков рубленого серебра. Ой. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. Давай. Потом. 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 Так, читаем. Читай. Эти руны означают внутри смерть. Пипец, вот тебе еще. Внутри смерть, старая надпись смерти хватает и снаружи. Так. Но я пока не могу. Так, карта обновлена. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Да. Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Хорошо. Но. Шахты Велунда за этими дверьми. Можно ведь и заглянуть мимоходом. Как считаете? Так. Сила. 3 руны, 3 защита, 12. Ну, сила 7 только пожертвовать, да? Давай создадим. Это поможет в трудный момент. Так. Броня для рук. Ладно. На что там с другим делом? А, хотя подожди. Ну, уведем вас, подожди. Купить недостаточно. Продать броня Артея, артефакты, чары. Продать. Ладно, вот эту продам. Все детали проработаны. Чего тебе, парень? Что дальше? Так. Продано. Артефакты. Маски. Тебя теперь гораздо меньше. Ищешь чего, пацан? Решил чего? Нет. Ну, парень. Недостаточно мне всего. Да и хрен бы с вами. Ну вот и поговорили.
Так. Руны. Живучесть. Восстановление. Удача. Давай, восстановление. Обмотки изгнанника. Да что тут может быть такого-то? Даже так не подходит. Извлечь? Нет. Мне не нужно извлекать. А так, а что я тут навыки качал, да? Нет, не навыки. Кодекс ресурсы. Нет. Подождите. Так, ну это руны. Ладно, ладно. Так, мы отсюда вышли. Давай сходим туда, что нам терять-то? Душа, старый рюх, найдите гнома с зеленым кольцом. Но мы только глянем для начала. Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Я лучше соберу припасы в дорогу. И не поможешь? Нет. Почему? Я не стану служить гномам. А, гном, но без кольца. Так. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Будем. Ну, в смысле, я буду. Хорошо. Ищи. Так. У меня тоже топор есть. Это я пока оставлю. Низда! Так. Чувствую, бой будет. А куда ты идешь? Куда ты идешь? Там душеед. Если он убьет нас, это конец. Ни Вальхалы, ни Хель, вообще ничего, никогда. Он не нападает. А почему? А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Что я взял? Какой-то опять рубленое серебро. Я думал, кто-то опять собирал ловку. Смотрим, смотрим, смотрим. Как только спущусь, так и начнется. Так, вперед! Костман! Эй, я думал тебе плевать. Давай! Да. Блин. Низа! Да. На.
На. Блин, отец! Помочь. Отец! Давай-ка еще разок. Так, ничего нет, все. Душоед, значит, никакой Вальгал. Но я такой впервые, конечно, слышу про душоеда. Вот он туда пошел. А зачем он туда пошел? А нам потом по туда, да, спускаться? Иди сюда. Нет никаких признаков. Давай. Открывай. Сезам. Тихо-тихо. Только скажи. На. На. Ой. Готово. На. Взяли. Ведьма. Сюда, сюда. Сюда. Берем, что здесь есть? Все себе. Стой, 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 стой. Собрался. Йо. Эй, я думал, тебе плевать. Я просто вижу, что кольца на нем нет. Так. Ладно. Потихонечку.
По порядочку. Так. Атрей, за мной! Уже иду! Блин, тут столько всяких ходов и проходов. Давай, давай, давай. Сундук. Так. Что мы тут видим? Хоп. Кольцо на оторванной руке. Приделанный к душееду. Ну, мы узнали, что случилось с Сандвари. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет. Драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Так, ну перед тем, как мы будем драться... Кошмары! Вау! Да. Вот так. Следи за ними! Да подожди ты! Да. Разорви его. Да. Да. Подожди. Всех порубали. Так. А где третья печать? Так, откуда она будет видна? Ладно. Так, подожди, я вот здесь вот не брал. Или брал? Не вспомню сейчас. Специально же оставлял. Только где? Блин, сейчас даже не вспомню, ладно. Пойдем. Оно не оно. Где тут? Что еще? Понятненько. Оп. Вон, где могут быть.
Такс. Хоп. Эй, хоп. Опа. Ну-ка давай. Бред какой-то. Разве можно убить каменное чудище? Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Так, ладно, ждем. А подожди ты туда. Я как понимаю, это одно из безопасных мест, как его можно, да? Только я уверен, что придется туда слазить. Ой-ой-ой-ой. Вниз. Береги враг! Да. Порви его. Опа. Так-то неплохо. Собрали. Всю утварь к чертям. Сын, сюда. Ладно. Что это? Еще одна карта сокровищ. Не понял. Так, я отомстил троллю за гибель родных, но эта победа обошлась мне дорого. Все, что у меня осталось, я зарыл рядом с его трупом. Мы с Инград часто встречали рассвет на этом берегу, глядя, как над храмом поднимается солнце. Понятненько. Капитан. Раздутый труп, найдите место и свитка. Ну-ка еще разок. Цели. Так, я там сел, так. Как над храмом поднимается солнце. Где ты так лежать можешь на берегу? Камень забвения мягкая. Где-то, короче, на берегу еще зарыто. Надо по картинке, что ли, ориентироваться. Так, минутку. Где ты? Кто где перетоптался? Вы учтите, что мне тут страшно, когда кто-то там топтается. Ну-ка. Так. Рудники или что это? Что за залежи такие? Пошли, сын. Все. Время кончилось. Даже отмазки для самих себя уже все иссякли. Пора. Пора его гасить. Я так понимаю. Ну вот посюда с тобой сейчас. Зайдем. Огонь!
понял. Это можно использовать. Так. Давай. Попробуйте подбирать и бросать куски, отвалившиеся от сердца. Так. На, ни хрена себе. Опа. Вот так, вот так. Следи за ними. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа! Да опаньки! Да стойте! Блин! Стой! Подождите. Да. Еще. Блин. Немножко муторный такой бой сам по себе. Разве можно убить каменное чудище? Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Понял. Так, я не понял. Как я сюда зашел? Или когда? Когда у меня тут? Хочу глянуть. Нет, здесь все собрано. Ждите. Я ему наваляю. Спокойно, без резких движений. Давай. Откройся мне, Сим-Сим, откройся. Да. Это можно использовать. Ну. Бум. Блин, мне нужно жизни немного подправить. Блин, не заморозить. Сил не хватает, не Дед Мороз.
разве можно убить каменное чудище? Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Понял. Давай, я у тебя еще и не таких убивал. Поэтому давай. Ой. Подождите, это что у меня такое? Так, ну-ка, минутку. Так. Это что? Выходно. Слазим. Спокойно. Без резких движений. Давай. Да. Ты отбил кусок. Это можно использовать. Давай. Да. Давай, открывайся. Осторожно! Воу-воу-воу-воу! Открывайся! Давай-давай-давай-давай, беги-беги-беги! Давай! Так, блин. Давай. Тихо-тихо. На. Только так пока можно. Блин. Так. Давай, давай, давай. Уже можно идти. Да. Так. Давай, давай, открывай. Блин. Тебе нужен целебный камень. Нужен. А где мне его взять-то? Вот? Тихо-тихо-тихо, пока бежим. Открывайся. Вау, я его забил. Так, это что такое? Редкий предмет чара, повышенное сопротивление урона огня на 50%. Поверь, ты сильнее, чем думаешь. Спасибо. Они очень похожи на древних, только в них чего-то не хватает. Мама называла пожирателей душ опасными чудовищами. Я запомнил это, потому что она никогда не говорила ничего дурного ни о каких других живых существах, даже ядовитых жуках. Жаль, что я не смогу рассказать ей, как я его убил.
Спасибо, отец. Да. Посмотрим. Так, это что, эпический предмет? Это зеленое кольцо принадлежало та, которая была другом. Но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это Броку. Да. Так, что тут есть еще? Что тут есть? Ничего. Давай. Поднимай. Вот так. Сабля, руническая атака. Так, быстрая круговая волна, замедляющая врагов и отбрасывающая их назад. Так, оглушение 3, урон 2. У меня вообще вот это стояло. Вот это вот у меня стояло. Ладно. Потом. Все потом. Будем нести кольцо. Давай, сынок. Скинь папе веревку. Пожиратель душ, значит. Ну, не понял. Вот так, а я уже хотел в тебя топор запускать. Думал, совсем забыл про старика. Что это значит? Читай. Слушаюсь. Эти руны начертаны в торопях. Написано. Так, о гимне Стейни. Если это послание от Андервари, что он имел в виду, это как-то связано с кольцом, которое было у него на руке. Надо спросить Брока. И гимн Стейни. Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Да. Так, вот здесь вот как, блин, как ассасин-то, блин, так вот залазить можно было бы, да? А как туда пролезть? Поехали. Да, я знаю. Да. Тихо. Да. Давай-ка. Опа. Есть. А, мы идем другим путем. Так, а как мне туда-то попасть? Еще.
Вот так. Опа. Рубленая попалась. Что тут есть? Непонятно, ладно. Сынок, держишься? Поехали, еще раз прокатимся. Это же круто. Да. Нормально тут сгорело. Так, ладно. Осматриваемся. Так, сундучок мы нашли. Блин, это что такое там? Я что-то там не уронил. Или это там так и должно было быть, или это и не мое. Или я чего-то не знал. Ладно, не все рушится все-таки. Давай, сынок. Защиту. А как-то же можно пробивать защиту, кстати. А, парирование, по-моему. Да. Взяли. Вот это я видел оттуда. На, сундук. Все мое. Так. Нам куда? Сюда. Нам на выход. На берегу. Давай, давай. А я смог. Что вы нашли? Что на этот раз сломали? Ага. А, это продать? Нет, я думал купить. Купить вот. Нет, ничего от хорошего. Приходите, как еще чего надо. Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Конечно. Само собой. Ишь ты, само собой. Мионифракси. Редкий предмет, рукоять для топора. Очень малый шанс получить защитный барьер, поглощающий кольцо. Урон вражеской атаки успешно вложил удар топора. В него немного магии, прежде чем... Так. Восстановление минус 4, конечно, зато защита. Так. Ну давай, вот будет вот так, значит. Эти все можно продать, чтобы купил. Поджарится. Гномы так умеют? А то!
Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Пипец, ну ты... Что-то уже не так интересно. Так. Да, теперь впереди у тебя славные битвы. Улучшил. Так, чешуйка мирового змея. Ладно. Ну ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Так.